Остров Гран-Канария. Дорога в горы по направлению Роке-де-Нуэбла. Первая наша остановочка. Вторая наша остановочка по дороге на Роке-де-Нуэбла. Красивые дома, встроенные как бы в скалы. И уже дождевые пассатные облака. Вот мы примерно сейчас поднимаемся на их высоту. Так, ну и дорога. Так, для истории помашите ручкой. Все, то едем далее. Третья остановочка. Тишина, идиллия. Отдельно стоящие домики. Вот. Вот сюда дальше. Так, следующая наша четвертая, по-моему, остановочка. Так, вот так. Кому-то мы помешали. Да. Так, да, вот кактусы как раз созрели, уже даже идет какое-то увядание. Вот. Облака сидят. Смотри, повисли. Так, кто хочет покомментировать, оставить для истории свои комментарии? Красота. Ну ладно. Смущаетесь на следующей остановке. Следующая смотровая площадочка по дороге. Впереди видим, блеют бараны. Вот, и много их. Так что мы сейчас будем долго ехать за ними. Но быстро же. Так, резво идут. Колокольчиками звенят. Да. Покомментируйте что-нибудь? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Так, ну ладно, тогда панорамный вид. Так, это одно из предприятий по добыче питьевой воды. Сейчас я покажу его поближе. И как они дальше, пока не видно. Это самое. Это из... Да. Получается, да? Получается. Сейчас я расскажу уже, да. Вот. Так что если вам где-то на бутылочке попадется Фуэнта, да, фирма Брума называется, да. Мы продолжаем движение по направлению населенного пункта Артенара. Населенный пункт Артенара. Смотровая площадка, панорамный вид. Это статуя, да? Иисус Христос. Почти как в Рио-де-Жанейро. Да. С левой стороны тоже что-то какое-то памятник. Ну, это такое его современное искусство. Смотровая площадка Мирадор де Унамуно. Достопримечательность местная. Ну и красивый вид. Вот впереди, как сигара, Роке де Нуэбло. Цель нашего
ну, ближайший час путешествия. Потом уже маршрут подкорректируем. А, ну, я был 1813. Да. Так, пока высота 1813 метров. Роки Ноэбло. Ну, теперь мы знаем, куда мы едем. Да. Дома вырубленные в скалах. Вот один домик такой вот симпатичный. Ну и судя туда по размерам, он большой. Да. Вон окошечко выдолбленное. Как правило, только двери. Вот здесь вот отдельно вырубленное окно. Так. Ну и вид красивый. Вот какой-то, судя по всему, ресторанчик. И Роки Ноэбло. Так. Мы сейчас вот по этой дорожке прогуляемся. Еще один симпатичный домик, вырубленный в скале. Да. Виноградничек. Да. Что ж ты, ромашек не видно. Ромашки. Так, это юка называется. Вот я объектив прямо держу. Вот это? Кактус опунцы. Тропинка идет в часовенку в пещере. Вон туда, на ту улицу. Эрмита де ла Куэвита. Да. Хотите свет зажечь? Денежку бросаете, свет зажигается. Да? Да. Вот сюда денежку бросаете, 1 евро. Угу. Так, по кому? Все, наслаждайтесь. Вот так, хозрасчет действия. Желание можешь загадать. Ну, как всегда, здоровье, остальное все купим. Правильно. Есть еще, говорят, такой вот тост. Вот. Не желаю вам ни здоровья, ни это, а удачу. Что на Титанике было и богатых, много, и здоровых, но с удачей им не повезло. Да. Нехороший тост такой, да? Так что и удачи, и здоровья, и богатства. Идем опять к машине по этой живописной тропинке. Подождите. Сверху вниз будет легче. Канарский молочай. Вот канарский молочай, вот справа, вот высокий. А, вот это вот? Да, высокий? Это канарский молочай, до 4 метров. Угу. Вот знаю, машинка Крайос, это почта. А. Классно. Красочно и наглядно. Информируешь, что собачка кусается. Вот так посмотришь на какую картинку и не захочешь рисковать. Вот такие шутники растут. А у нас где же ты, мы просто ослик. Вот так приучили бедного ослика ходить по этим горам. Заходи, не бойся. Иди, ослик. Давай, давай, не бойся. Ослик, не сачкуй. Давай, давай. Сеньор, пардоне, кванто санис устет? Я. Сиен? Сиен анис? Мас? Скажи, давно было, не помню. Бено, сеньор. Tengo 82 años. Oh, mucho. Bueno. Buenas tardes, señor. Вилла ла Куэвита. Ласкательное слово пещера. Вилла пещерка.
Ну, молодцы. Еще один домик в пещере. Я сфотографирую, а я тебя попросил из-за этого. Чтобы ты красота. Какая-то хозяюшка, которая любит свой дом, разукрасила на свой вкус. Мы проехали по этой живописной дороге, где вдалеке синий автобус идет. Вот. Такие красоты. Против солнца, наверное, плохо получится. Рокино-Эбло. Населенный пункт. Хорошо парят скалы в облаках. Панорамный вид красивый. Населенный пункт Тихеда. Резервуары воды. Да, для полива резерв. Новая смотровая площадочка с видом на Рокино-Эбло. Ветер уже более свежо, горы однако. Каждая остановка открывается совершенно в другом ракурсе. Вот эти горы, ущелья. Вот чем выше мы поднялись, чувствуется ветерочек. Рокино-Эбло. Красивый вид. И потихонечку пойдем по этой тропе. Парковочка. Очень плотно много туристов, популярное на Гран-Канарии место. Вот вдалеке мы сейчас видим прямо по объективу. Так, расстояние 1 километр 100 метров, если верить указочке. Орлы, ястребы, даже вороны. Вот такой камешек на горизонте мы сейчас видим. Когда-то упадет и прямо на дорогу. Солнечные часы. Ну давайте я сниму оригинально. Сверьте часы. Ну да. Не, вранью. Как это 4? А сейчас же только. Ну это мы же перевели время. Ну да. Мы на час. Сейчас около 4 вот. Да, вот солнечная полоса, вот эта светлая, как раз на 4 показывает. Из 15 4. Угу. Zoukis.
Наше восхождение. В крайнем случае снизу полюбуется, да, Наташа? Да. Я снизу полюбуюсь, ты сам полюбуешь. Душой я с вами. Да. Наташа, пару слов сказать про природное чудо. Будете? Вот мы на вершине. Какой горы там? Руки Нуэбла. Нуэбла. Ну это сама скала так называется. Нуэбла, да. В центре Гран-Канарии. Вид обалденный. Вы знаете, что налево, что направо. А сама скала обалденная. В общем, рекомендую. По склонам гор такие соснички. Такие красивые девушки ходят. Кому здесь что, надо, да? Лучше всего одеть кроссовки. А то мы один раз как-то на Тайду ехали в шлепках женщины. Не, ну обувь, конечно, здесь должна быть удобно. Но я смотрю, здесь все как-то более-менее подготовленные. Все в тучах. Вот да, 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 да. Что ветерочек, но он развеял тучи. Мы по этой дороге потом поедем по направлению к Мас-Паломосу. Счастливые и довольные возвращаются. Впереди, наверное, плохо будет видно. Это метеорологическая станция, как шар такой.